Доброго времени суток! Подходит к концу очередная акция мобильного оператора Билайн, связанная с тарифным планом Unlim с безлимитным мобильным интернетом. Суть акции в следующем. Первый месяц после подключения будет действовать специальная абонентская плата по тарифу 1 рубль в сутки. После этого абонентская плата будет списываться по стандартным условиям. Для Москвы и области 20 рублей в сутки за тариф и 3 рубля в сутки за опцию HD-видео. Акция проходит с 20 по 27 марта 2019 года, поэтому если она вас заинтересовала, то следует поспешить с подключением. Кстати, подключением считается покупка сим-карты с тарифом Unlim или переход в Билайн со своим номером от другого оператора. Если же вы просто перейдете со своего тарифа на Unlim, то абонентской платы 1 рубль в сутки не ждите. Лично мне кажется, что в данной акции нет ничего особенного. Да, есть серьезная экономия в первый месяц, но затем условия становятся стандартными, а у Билайна они не очень-то и выгодные. В Москве и области это самый дорогой тариф с безлимитным интернетом среди операторов большой четверки. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.